Всем привет, ребята. Ну что, у нас сегодня опять английский сервер. Опять трешачок. Качаем сегодня. Опять силушку, смотрим, что там у нас на рынке. Так, не могу забрать, потому что полный сундучок. Окей. Плюс 330 камней. Ну, как видите, по чуть-чуть, постепенно начинают их продавать. Все больше и больше, думаю, месяцок, и они будут точно так же, как и красные камни, продаваться. В общем, посмотрим. Не хотят они, чтобы мы раздували особо силу, потому что, ну, это просто жесть. Плюс миллион и плюс 40 тысяч, это, конечно, жестко. Ну, в общем, поехали качать. Как видите, вот покажу вам, сколько уходит ресурсов. Особенно книг на прокачку, ну, немерено. Ну, ничего не поделаешь. Зато герои становятся просто неубиваемые. Ну, как неубиваемые? Смотритель все равно убивает. Но по сравнению с обычным героем, в три раза сильней. Вот так вот. Как по мне, немножко бредово, но... Это ж IGG. Так, что там мы качнем? 26 или нет? В общем, по чуть-чуть силушка у нас растет. Как видите. Бум. Плюс 420. Неплохо. Я решил качать ворожея следующим. Конечно, на это уходит ресурсов немерено. Красные кристаллы, по сути, мне уже не нужны. Нужны только дофигища желтых и камни. Как видите. Немерено к них надо. Так, окей. И красных кристаллов тоже, кстати. Бум, фри пейнда. Так, что там у нас? Ну, камешки, как обычно, остались. Ничего не сделаешь. Так, поехали, смотрим, что у нас по акциям. Тут я все забрал. Вот так вот, неплохой рынок, я вам скажу. Хорош. Даже скидочку выторговали. 2800. Ну, прайм руны у меня 933. Просвет. Вот 10 этих тоже, в принципе. Вот посмотрите, у меня 4 из 6. Давайте еще паролем посмотрим. Мы вообще посмотрим, что у нас тут есть. 600, 240. И забор, да. Ну, кстати, смотрите, скидка действует, пока я не куплю. Фу-фу, 80% скидки. Ребят, утекание. Халява, 2000, утекание, офигеть. Ну, неплохо. Вот это кайф называется. О, книги тоже заберем. Так, поехали еще разок крутанем. 150 сумочек пятых. Как по мне, вообще отлично. Это у нас без скидки. Ну, в общем, вот как-то так. Давайте еще рольнем. Супер. 605. Ну, в принципе, можно забрать. Двести слизней. Ну, в общем, неплохо. Так, окей. Да, забираем ресурсы. 1200. Отлично, как по мне. Так, лап. Давайте тут заберем тоже. Плюшечки. Тут что-то я вообще ничего не забирал. Кстати, хотел посмотреть, акция здесь уже прошла. Да, прошла. На русском так и нету. За героя в обмена. Как обычно, в общем. Ну, на русском серии всегда чего-то нету. Так. Окей. Поехали посмотрим, что у нас еще по акциям есть. Императорская кузница. Ну, императорская кузница здесь не меняется. Некрос просто тупо вот так вот сливается всегда, сколько бы ты там не бил. Поздравляем.
Вы проиграли вот так вот. Так, выращивай. Посмотрим. А, это, кстати, вот интересно поиграть. Поменяли они что-то или нет? 6. Ну, ничего себе. Такс, хорошо. Что у нас еще есть интересного? Так, это сеты. Чарующие изменения. Ну, в общем, ничего такого нету здесь. Давайте еще. Тут акция тоже не меняется. Я не знаю, почему они не меняют. Было бы больше приток, но им, наверное, хватает притока с рынка. Два призрачных. Так, окей. Итого плюс 200 книг. Вот видите, то есть, чтобы прокачать одного героя, надо пару тысяч книг, ребят, на тридцатку. А это дофигища, я вам скажу. Так, смотрим, что тут падают. Ну, неплохо. Ремочка восьмая выпала. Восьмерки, в принципе, падают. Если брать, что это вот с 10, да, вот первых две строки, одна восьмерка упала. Вот дальше поинтереснее. Две ремочки упала, воодушки. Бравлера рунка и вот еще десяточка, одна и тоже восьмерка, неплохо падают, кстати, с этих сундучков. Ну-ка, ради интереса, а теперь посмотрим с первых. Давайте их откроем. Тут падают до седьмых, тут восьмерки не падают, но падают, как видите, ремочка была, психощит. Но чтобы их перековать, это столько надо красных кристаллов, что ну его нафиг, я вам скажу. Вот так вот просто оставлять можно и все, потому что прокачка прорывов на 30-й требует там в районе пары миллионов на один раз, на один заход, ребят. Поэтому вообще невыгодно. Так, тут я не открою. Третий сет. О, кстати, вот пятые сетики пошли. Замедление. Неплохо. Это улучшенные сеты. Что тут у нас ожива? Разбросики. Вот разбросы видно хорошо падают. СУ падают, ожива вообще фигово. ТУшка. Ну, такое, относительно неплохо. Ну, конечно, опять же, оно нафиг не надо. Только чисто забивать место. Потому что тут восьмые эмблемы сейчас копейки стоят. Если вы будете париться и крафтить, это жесть, конечно. Вот заходишь себе, нажимаешь вот так, и тебя сразу же семерки. Посмотрите, сколько падает семерок. Все, семерки падают. На восьмерку проще такую перековать, чем, блин, ковать пятерку, потом шестерку, потом на семерку и затратить кучу камней. А тут семерки сразу же падают. Так, это тоже можно открыть. Нам оно не надо. Сундучки. Опять прибавочка. Ну, с желтыми камнями, я же говорю, самое большое напряг сейчас это, блин, книги. А книги лучше всего, кстати, собирать с этих. С пяток сундучков. Оттуда они просто сыпятся немерено. Все остальное, честно скажу, фигня. Так, сумочки есть. Так, а что у меня по... Надо посмотреть, что у меня по кристаллам творится. Сейчас почистим, ребятушки, складик мой.
Так, это можно пока не открывать, потому что не смогу потом, опять же, в многие локации ходить из-за этого. Такс. Скины. Семь с половиной тысяч еще можно нормально получить. Кстати, бравлера надо будет подкупить. 3737. Вот видите, камешки, кстати, тоже проблемно уже. Ну, некуда их копить. Вот посмотрите, вот теперь разницу вы видите. Красные камни, они просто копятся. У меня все прокачаны. Но я сейчас буду качать стареньких героев. Поэтому, возможно, они тоже немножко уйдут. Но опять же, желтых не хватает катастрофически к них. Так, ну давайте вот эти откроем первые. Нафига они нам нужны? Расходники позабираем. Это, конечно, смешные первые сундуки вот эти, но все равно интересная тема, потому что есть нужные вещи. Да, видите, у меня просто нет красных кристаллов. Можно просто вот так вот делать, и я получу там каких-то 2 миллиона за 26 тысяч сундуков, 2 миллиона красных кристаллов всего получу. Это, конечно, жестко. 19 лазуликсов. Ребятушки, кому лазулю? Дарю. Так. Так. Карточки. Праймбоксы. Это все можно продавать. Надо все-таки переливать героев, качать, потому что, опять же, 50 миллионов — это фигня. Мне места не хватает. Так, что у нас тут? Лазуля. Ну, в принципе, мы отсюда потом подтаскиваем. С пятых. Такое себе. Из третьих камешки потом дособираем. 1113 питомцев, ребят. Трос полный можно накачать. Открою эти сумки. 30 и 25. Вот такое. В общем, так вот живут мини-донаты. Ну вот восьмые, да, вот сравнивать, если я когда-то там бегал, парился насчет эмблем, рун, сейчас просто все, что тебе надо, у тебя уже есть. Там 46 психощитов, ребят, 46. Я еще открою, там еще дофигище прибавится. Ну, то есть по эмблемам вопросов вообще нет. Семерок тоже, я думаю, немерено. Вот семерки тоже хватает. Шестерок. Вот шестерок так себе, их они особо много не падают. А пятерок тоже дофигища. Раньше, блин, это все стоило таких огромных денег. Ну, время меняется, в принципе. Вот атаковать вообще смысла нет. Никакого. Беспонтово. Даже тройки. У тройки, в принципе, даже первые психощиты специально на память оставил. Первый псих, потому что печально, печально, проблемно их, кстати, в последнее время собрать. Вот так вот, ребятушки. По чуть-чуть, как видите, силушка у нас растет. Надо будет Ронина поперекачивать все-таки. Ну, качаем. По чуть-чуть ворожея. Конечно, это дико такие прокачки. Это нереально жестко. 80 тысяч, ребят, это для того, чтобы перевести на 27. Можно, конечно, больше силы качнуть. Вот этих, значит, качать там, допустим, плюс 5 героев. Можно, опять же, плюс 10-15 тысяч апать сразу же. Но я хочу основу хотя бы перевести на 30-ку, а потом уже дальше будет видно. Ну, нету куда гнаться. Нету никаких плюх, нету ничего за то, что ты там в топе по силе. То есть это никак не стимулируется со стороны разработчиков. В принципе, тут у нас ничего не стимулируется. Как для доната, так и для без доната. Так, ну что, дадут на архи карту или нет? Короче, зажали и карту, зажали. Нифига не дают.
Так, ну у нас еще осталось дособирать этот скин. 9-10 скины у нас тоже, в принципе, все уже собраны. То есть по максимуму. Ну и прорывы это, я говорю, это бред. Вот так вот. Вот так вот по чуть-чуть качаемся. Пишите комменты, как обычно, лайки, репостики. И ждите уже, думаю, к выходным постараюсь вам сделать ворожея. Потестировать. Посмотрим, что с этого получится. Вот, в общем, вот так вот. Всем удачи, всем пока.